какой стороны ни посмотри, все-таки парк высоких технологий – это такая фишка нашей независимости молодого государства. Он должен существовать. Как он должен работать? Какая ситуация там складывается? Вот я хотел бы объективно услышать эту информацию. В апреле подписан указ 136 об органе управления в сфере информатизации. Парку поручалось создать базу данных компетенции резидентов и определить порядок их привлечения к процессам цифровизации отраслей экономики. Правильно? Да, точно. Вот какие результаты? Надо обсудить нам результаты данной работы. У нас существует наблюдательный совет, так? В парке высоких технологий. Как он работает? Насколько мы контролируем ситуацию ПВТ? Как дальше будем работать? Вы же понимаете, что я, как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников, там, ИПшников и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что я это не скрываю, благодаря президенту появились такие отрасли в нашей экономике и в нашем обществе. Поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительное. Мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать. Ну и функционирование парка в настоящих условиях я не ожидал. За 3 квартала, за 9 месяцев этого года, вот я данные взял, экспорт парка приблизился к 2 миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы уже там разбежались по закоулкам планеты, и немного это меньше, чем в прошлом году, но тем не менее это высокий уровень, но это 3 квартала, а год 4 квартала. Посмотрим, как вы сработаете в 4-м квартале. И что отрадно, что те, кто рванули за пределы страны после введения санкций, я это все понимаю, они начали возвращаться, и очень многие вернулись обратно, попробовали за границу на зуб, и поняли, что в стране, там, где родился, там ты и должен пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты, знаю, регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Война войной, но бизнес свое место найдет в мире. Поэтому давайте вот обсудим проблемы, которые у нас есть, и меры реагирования, чтобы наше общество понимало, как мы все-таки дальше будем работать с ПВТ и использовать его на пользу страны прежде всего. Настало время, опыт есть, хороший опыт. Надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну и работал эффективно.